Друзья, коллеги и все-все-все, кто связан со стройкой и ремонтом, вам посвящаю самое крутое поздравление с Днем Строителя. Поехали! Ты как звезда на телеэкране, ты человек с золотыми руками. К тебе за советом люди идут, тебя как спасение все всегда ждут. Ты знаешь все и делаешь много, ты их кумир, ты мастер от Бога. Есть рукожопы, но это не ты, и только тебе посвящаю стихи. Желаю тебе счастья полную чашу, но не забудь про долю-то нашу. Мы ведь все братья по духу и крови, нас разделяют города и дороги. И пусть между нами будут только мосты, мы ведь строители, я и ты. Желаю тебе и здоровья вагон, а может и больше целый перрон. Клиентов хороших, работу в достатке, и чтобы налично всегда все в порядке. Работу и отдых всегда пополам, и чтобы клиент это все понимал. А также еще пожелаю, мой друг, чтоб не опустил никогда своих рук. Ты собираешь и строишь дома, за твоими плечами стоят города. Руки твои – ценнейший актив, да пребудет всегда с тобой позитив. На этом закончу тебе свой презент. Быть может, оценишь его, может нет. Но знай ты одно, что эти слова писал от души и лишь для тебя. Как они ходят в этих очках, я не понимаю. Ну и в конце этого видео хочу сказать огромную благодарность ребятам, друзьям, коллегам, с которыми я уже обращаюсь в продолжительное время, которые живут в разных городах. Мы никогда с ними не виделись, но нас объединяет одна общая тема – это стройка. Поэтому всем вам, ребята, огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы со мной, за то, что мы можем так просто общаться с вами на любые темы и поддерживать друг друга, когда это нужно. Спасибо, с праздником! Всем пока!